Всем привет! Сегодня мы едем, собираемся ехать на Бирюсу. Собирается большая компания, еще не знаю, что будет, но должно быть интересно. Пришел в гараж, жду Димку. С Димкой мы поедем до Дивногорска. В Дивногорске на шашлычке будет встреча. И оттуда старт в сторону Тимбирюсы на Красноярское море. Надеюсь, нам удастся покупаться. Погнали! Вот и закончилась наша покатушка. Не знаю, слышно будет или нет в камеру. Доехали мы до залива на Красноярском море, который самый первый после спуска. Немного помучились, жара. Мотик у меня немного хреново работал. От этого тоже добавлялось немного забот. Короче, не хочет работать у меня кава. Переливает или что ее. Не могу заводить ее, не получается. Не знаю, как Саня ее заводит, но я замучился колотить по кикстартеру. Уже давно наверху был, но что-то мешает. В общем, все довольны, вернулись. Как я уже говорил, да, в прошлом видео, когда шел, поднимался по ручью, мне было тяжело и жарко. Короче, ребят, мне вот сейчас очень нелегко. Жарко, градусов 30, наверное. Мы поднимаемся с залива Бирюсы. Казалось бы, ну, подъем не сильно сложный. Но, когда мотик не работает, приходится уставать. Конечно, и сейчас мне тяжко. Но я знаю, что когда мы вернемся домой, помоемся, переоденемся, я буду вспоминать это время и эту усталость как кайф. Сейчас я вспоминаю это с большим удовольствием. Но я думаю, многие понимают, о чем я. Когда мучаешься, потом приезжаешь и вспоминаешь, как же было все-таки кайфово, хоть и тяжело. Ладно, до новых встреч. Пока-пока.